Привет всем зрителям моего канала, подписчикам, всем большой привет. Я начинаю свой мукбанг. В общем, это у меня баклажанки, это огурчики с помидорчиками, это рис, это вот сок, но не тот, не мой. Ну так, ничем. Это вот я сварила такой суп. Как он называется? В общем, привезла морскую капусту на говяжьем бульоне. Говядину антрикот взяла, варила. Такой бульончик жирненький получился. Вот у него картошки, вот чесночок и вот эти вот морскую капусту. Ну, она такая сушеная, я ее предварительно кипятком ошпарила, ну и когда она вот это, как говорится, как бы сварилась, стала такая вся. Вот я ее промыла и добавила в суп. Сейчас немножко кочедян добавлю. Буквально вот столько. Суп не стала добавлять, потому что пека не очень ко всему этому относится. Так что я себе его добавляю. Вообще сюда еще добавляют кондяй, когда вот такой суп варят. Кондяй там туда-сюда я не стала. Думаю, все из-за пеки. Рис отдельно положила. Ну, тогда-ка я его положу все равно в суп. Что? Попробую как. Острое чувствуется. Ой, говядиной пахнет. Бульончик получился такой, знаете, антрикот такой жирненький. Ой, что-то мне горькое попало. Ну ничего, немножко горькое иногда тоже полезно. Надо рису еще раз положить больше, чтоб меньше горько было. Это я вроде. Ой, ну зато вкусно как, девочки. Да гораздо вкуснее вот с этим кочедяном, чем вот просто такой. Пека уже покушал. Сейчас я посмотрю, как у меня звук. В общем, девочки, микрофон не подключается. Я пробовала с микрофоном. Микрофон никак не влияет. Все-таки он только в телефон добавляет звук, а в компьютер нет. Вот. Это, видите, вот цвет даже, наверное, отличается. Пека покупает. Я уже как смотрю, он пока один жил, несколько раз покупал. Хотя в морозилке вот этот лежал, этот замороженный серый от натурального. Вот, ну это типа вот раньше у нас был Юпи, да? Наверное, что-то типа такого. Но они вот в таких бутылях продаются. У нас, кстати, раньше в таких бутылях тоже продавался такой же, это самое. Но у них он называется сок. В принципе, ничего, изредка можно. Вот он прекрасно большой бокал выпил. Ну, я себе поменьше сделала. Все равно остро. Ну, ничего. Где мои баклажанки? Да, так чувствуется. Ну, вот перец, видите, он какой. Опять салфетки забыла. Хотела в этот раз нарезать салфетки. У меня хотя бы вот бумага, вот рулон, вообще большой бумаги.
Я не знаю, вам видно или нет. Вот у вас сюда, в эту сторону. И у меня немножко... Нет, вообще сюда должно быть. Там доска. Вот этот большой рулон, я что-то его не вижу. Вот так я его вижу. А вот он в изображении. Или... Нет, дверь не влияет. Ну, короче, вот вы доску видите почему-то. Впереди доски этот большой рулон. Ну, это мне там, я когда работаю, мне постоянно бумага нужна. Там Пэка, когда поест, той бумагой вытирается. Ну, тут рулон на всякий случай. А это я салфетки купила. Так и хотела нарезать их. Хотя, ну-ка, сейчас я попробую отделить. Там мне писала. Писал кое-кто. Я знаю, да, что эти салфетки отделяются. Ну, сейчас я не хочу пальцы. Я вот так вот оторвала половину. Но они какие-то такие вот, знаете, салфетки. Ну, они такие вот. Крепкие. Какие-то такие вот. Так. Вкусно. Остро. Вчера было только такое солнце, да? А сегодня уже пасмурно. Во дворе черно. Некрасиво. Я не знаю. Девчонки, я такую маленькую пачку купила таймырской капусты. Мы с дочкой ходили, купили маленькую пачку и большую. Она, это самое, большую мне купила, а себе хотела маленькую. А я потом, когда ехала, говорю, нет, мне не надо, говорю. Большую. Взяла маленькую. И сегодня запарила маленько, да? А ее так много получилось. То, что у меня там еще осталось. Придется комочек сделать и в морозилку. Потому что в ближайшее время, ну, когда буду варить суп. Она сильно разбухает. Так что имейте в виду. Я так-то и то, у меня много ее. Ну, какие дела? Немножко по комментариям пройдемся. Всем, конечно, спасибо, кто написал хорошие, большие, хорошие комментарии, это самое, с пожеланиями. Я всех ценю, все читаю. Ну вот здесь вот. Так. Немножко где надо поотвечать. Так. Так, Татьяна Рудольф,
Ой, нет, это не Татьяна. В общем, девушка, где кошечка на картинке. Оля, привет. Спасибо за ролик. Так красиво, почаще снимайте. Я что хочу вам написать? Вы не держите собаку? Вы не держите собаку во дворе. Это я просто не поняла. Это вопрос? Или просто предложение? Ну, в общем, да, у нас и нету собаки во дворе, и я не собираюсь в ближайшее. Вот у нас была раньше у него собака, но она, как на животных надо говорить, сдохла, да? Почему-то вот такое слово немножко неприятно. Она, в общем, где-то года два назад, наверное, или если не три, короче, ушла в мир иной. Да, были проблемы, когда уезжать надо. Ему приходилось уносить к родственникам там. Потом платить там за корм или что-то там. Ну, дело даже не в этом, что платить, а... Ну, один раз взяли, другой раз бы, может, не взяли. Вот, знаете. А потом мне всегда не нравилось, она находилась в вольере. Во дворе здесь нельзя, потому что заборов нету. И чтобы собака вот так спокойно ходила, здесь нельзя просто. Сразу такой штраф припаяют. Собака должна быть в вольере. Вот она была в вольере, но мне не нравится, она такие ямы вечно рыла. В вольере такой был беспорядок вечно. Вот. Чего она копала, я не знаю. Постоянно нарывала такие ямы прямо под фундамент вот, гаража. И вот эти кучи земли. Вот. Ну, в общем, такие были проблемы. С собакой. Ну, а потом, что охранять-то нас особо тут? Она вот там находится, лает только. Ну, и тут здесь нельзя так, чтобы собака лаяла все время. Чтобы тоже не пугала людей. Ему приходилось покупать вот такую, это, и закрывать прямо вот. Чтобы с вольера собака не видела улицу, как бы. Ну, вот была собака, да. Ну, больше не собираемся. Он несколько раз говорил, я говорю, нет. Потом будем вдруг куда уезжать или что, опять мучиться, да, куда эту собаку девать. Так. Вот еще, Татьяна, вот вы тут написали, да, то, что Пека бескорыстно помогает. Ну, у них вот, кстати, между прочим, такого вот и насчет помощи у нас лучше. Это у меня Пека такой, бескорыстно помогает. Ну, они тоже помогают ему, но не сказать, чтобы бескорыстно, но потому что он помогает, они ему помогают тоже. Но больше он помогает, конечно, потому что он как бы... У нас просто здесь, знаете, что здесь, чем тут легче жить? Я имею в виду, что здесь бороться... Ну, то, что вот он не может заработать, не может все. Сидел до пенсии, пока пенсию не оформил, сидел на пособии. Все, здесь вот пособие получаешь, по безработице живешь. Не надо в плане в том, что это идти искать работу, идти там всякие эти придумывать это. Ну, конечно, у нас вот останешься без работы, думаешь, что бы делать. Мы сколько раз вот получалось по жизни, что твой бизнес мутишь. Ну, не бизнес, какой там бизнес? То бутики у нас сколько раз были, то одно, то другое. И мало предприятий было вот по жизни еще с мужем. Ну, так вот получается, что вот надо искать пути для того, чтобы прожить. Потому что у нас, если ты
окажешься без работы, ты же не получишь такое пособие по безработице, что ты сможешь на него конкретно жить. Нет, конечно. Я не знаю, у нас вообще, наверное, пособие по безработице вряд ли кто получает. Я как-то разговаривала с одной женщиной давно еще, когда сама в кофейне работала. Она говорила, что у нее сколько-то детей, она получает 19 тысяч пособий по безработице. Ну, вы сами представляете, что такое 19 тысяч. Господи, это так смешно. Это по этим меркам, ну, это где-то 40 евро, да? 19 тысяч, где-то около 40 евро, да? Ну, разве так проживешь еще, если у тебя куча детей? Ну, на детей, естественно, какие-то пособия. Но вот там все равно надо выживать, понимаете? Искать работу или что, на одни пособия не проживешь. Ну, а так, да, это самое. Вы привыкли запас делать. Ну, дай бог, удачи вам тоже, Татьяна. Ну, такая жизнь. Да, на следующий год, вот Лариса написала, на следующее лето будет красиво, хозяйка, будь дома. Ну, вот это еще как сказать. Ну, дай бог, конечно, чтобы я была дома. Я теперь так решила, если ехать, то или весной, или осенью. Почему-то летом все равно вот это вот жарко. Ну, посмотрим, конечно. Ну, а так, с весны, конечно, хочу уже нормально клумбы разбить, это нормальные цветочки посадить уже, как в разные горшочки, разные там подобрать. Так. А, вот Наталья написала. А, ну, это Наталья Артлиеп. Здесь, главное, написано это... Конечно, Ольга, это астр. Спасибо, Наталья. Да, ну вот я уже настолько во всем сомневаюсь. Я сама-то так вот помню, что это, знаю, что это типа астр. А потом думаю, вдруг я это самое, что-нибудь не то скажу. Вдруг астры другие, вдруг это хризантемы. Или вот как-то иногда же астры и хризантемы между собой можно путать, они это самое. Да, Галина, так, у вас погода летом хорошая, посадите в следующий лет цветы. Спасибо, Галина, да. Ну, погода не очень, сказать, чтобы хорошая, очень мало таких солнечных дней. Но все равно, да, цветочки посадишь, они здесь, во-первых, растут очень хорошо. В горшочках, потом же их подкармливаешь. У меня вот эти подкормки до сих пор вон валом, там же вот на террасе лежат. Да, и будем это самое садить в горшочки. Ну, надо будет, и земля даже вот у меня осталась. Я же в это лето купила землю 4 или 5 мешков. И так и думала, ну как вот еще не думала, что поеду. Как-то вот, вот так вот точного плана не было. А тут решила ехать и не стала ничего садить. Только семена бросила вот в эти широкие. Вот тот дальний и вот здесь, который. Это, и уехала. Ну и все равно, видите, они у тебя на глазки выросли. Так. Вот насчет это самое. Вот, например, Мария М. Мария, спасибо, что откликнулись, что нормально и слышно, и видно. И вот. Так, здесь вот тоже кто еще мне написал? Нина написала, что все хорошо видно и слышно. Ну да, вот и это самое. А вот Ирина, наверное, да, написала. Без микрофона глухо,
с микрофоном намного лучше. Да. Так и получается, потому что, может быть, это, видите, я все равно пока видео делаю, да, вот сейчас мне хорошо не видно, но я до этого делала такие, ну, просматривала. Конечно, чистота уже самого вот этого видео, конечно, качество хуже, но что теперь делать? Ну, пускай немножко хуже, но зато все видно. Ну и удобно мне, я не парюсь. Раз открыла компьютер, поставила уже в определенное место. Все, стол, все видно. Я вот все равно этому новшеству рада, но я еще этот компьютер изучаю. Мне тяжело, он же эппловский. Я, правда, перевела его на русский язык, пока Пыка не знает. Вот он его же не касается, а потом как коснется, значит... «О, что такое? Ему язык непонятно». Ну, я ему тогда переведу быстро на это самое, на финский. Вот, поменяю язык. А, Ботания тоже там. Тоже вам понравилось, да, что это самое усовершенствовало видео. Но это, вы знаете, вот... Ботания, спасибо, что написали. Это вот за счет того, что на компьютере вот так вот видно все, и это самое. Ах, вот такие. Все вроде бы. Мясо попало. Надо баклажан уже доедать. Все-таки хотели пойти в магазин, вот из-за дождя так и не поехали. Поленились. Завтра, может, ездим на машине. Ну, если дождя не будет, мы не успеем, поедем. Мне с одной стороны на велосипеде больше нравится. Ездишь везде спокойно. Здесь хорошо, не опасно ездить по велосипедным дорожкам. Прямо мне понравился суп. Я когда в Казахстане жила, его не очень любила. Но сейчас с охоты прямо... Ну там Ира тоже его варила. Но она его, конечно, остреньким варит, такой поострее. Я, конечно, так не могу. Сегодня у нас какой-то ранний ужин получился. Ну, в принципе, не рано. 5 часов. Так, мы потом еще попозже, часиков 8, чай попьем. С бутербродами, с сыром, с маслом. В основном мы, ну, стараемся вот так вот. Сыр, масло. Ну, маргарин, конечно, тоже покупаем. Вот я не знаю, почему-то здесь люди с маргарином, маргарин берут. Но я посмотрела, удобно с маргарином, он всегда мягкий. И потом очень вкусный такой маргарин. Ну, в принципе, как масло. А у меня есть и масло, есть и маргарин. Ну, я тоже частенько маргарин. Масло почему-то, вот когда его вытаскиваешь, оно жесткое, его вот надо... Ну, вот он так, не намажешь его на хлеб,
Вот приходится сырным ножиком резать. Но масло я постоянно, когда вот кашу утром варю, я добавляю масло. Еще масло дорогое покупаю, 82%. Она раза в два дороже всех остальных. Вот такие обычные масла, может, 3 с чем-то стоят, да, ну тоже вот масло. Я вот, которое подешевле, масло по 3 с чем-то покупаю для вафлей, чтобы вафли печь. Да, вот это, которое 82%, оно 6 с лишним евро стоит. Пачка, я его вот покупаю для в каше добавляю по утрам. Но и с бутербродами его иногда ем. Ну, почему-то как пока Маргарита станет, мажет, я тоже. Ай! Ну, вот такие дела, мои дорогие. Все, я поела. Так. Так что всем, кто кушал тоже со мной, приятного аппетита. Кто еще будет кушать, всем желаю приятного аппетита и здоровья. Конечно же. До свидания, мои дорогие. До скорых встреч.